Вопрос у Марины Китаевой, да? Я знаю, кто точно знает значение слова «хронометраж», мой коллега Владимир Соловьев. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Извините, буду резок. Потому что люди звонят и говорят, возникает ощущение, что наступило время, когда власть знает, как живет народ, и с интересом народу рассказывает о его жизни. Исходя из этого, главные коррупционеры в стране – это мелкие чиновники и гаишники, а светочи мудрости и порядочности засели в правительстве и в администрации. Вы призывали к посадкам, звучали жесткие слова, но повторяется время русских классиков. Фразы жесткие, но как-то то ли своих не сдаете, то ли наверху другие законы. И каждый раз защищаете правительство, говоря, что они высокие профессионалы, а нам негоже о них судить. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, конкретно, по фамилиям, увидим мы когда-нибудь новых людей? И начнутся ли посадки? Хотя понимаю, что, как правило, в нашей стране борьба с коррупцией – это национальная забава, и начинается с того, кто такой вопрос задает. Вы знаете, что я могу сказать? Там вот в целом все-таки, скажем, думаю, что вы знаете лучше, чем я, но кстати говоря, по поводу вот я сейчас во Франции был, мне тоже вопрос задавали. Но вообще... Я благодарю всех зрителей и слушателей нашей программы, тех, кто прислал свои вопросы, и тех, кто собрался здесь сегодня в этом зале. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо.